четверг, рыбный день, от моста до подвоочья. Как думаешь, сегодня нам улыбнется удача? Ну, будем надеяться, что кто-нибудь нам улыбнется. Сегодня нас будет таскать ветром, гонять на кусты. Дыма, сидема, мне придется больше веслами работать. Что где-то вдоль дерева придется, наверное, пробираться. Мы переходили вот здесь, с левой стороны. Тогда и не было. Спокойно пролетим. Привыкай, привыкай. А? Вон они там хата. Под горой. В смысле, не можешь подстроиться? Ничего не летит. Вроде как забрасывал один раз. Оборвалось. Сука, воблер. Ну тормози. У тебя веревочка там есть, привязывайся. Хорошая была. Воблер хороший был, блядь, Саня. Ну понятно. Даже не знаю, что ставить, блядь. Сейчас сегодня, блядь. У тебя есть под этот самый, ну, свой-то поводок? Конечно. Кучу, блядь, кучу. Выброси его нахрен. Забудь о нем. GoPro 100 видео. Обманчивый, да? Он такой... Он хорошо играет. Ты че вообще, смотри. Ты чувствуешь им... Оп. Зверь. Санька. Это что такое было, блядь? Это базер, еще это был базер. Я такой не понял. Такой попробовал. Дурдом какой-то сидит. Там нету юзурика твоего. Нет, там была-то, поверь, не такой. Митина. Первый раз сюда. Любишь ты экскурсии проводить? Но на карте она пентюгинская. Оп, что-то есть. Опа. Да что ты такой? Ничего. Ну пугаешься, вот зачем говорить опа-опа? Вот такая дребедень. Зачем ты говоришь? Третий день. Сразу говоришь, подсака не надо. Там сейчас запруда. А, вторая, да? Да. Ну мы, наверное, через нее тоже, как через ту, может, удачно все будет. Только бросали. Самое интересное, я на этом перекате ни одного шхарюза не поймал почему. И не помню, кто-нибудь ловил, не ловил. То ли место такое не для него. Где-то корешка вообще мало ловит. Самое запоминающееся, когда у тебя видоска есть. На удочку, Андрюха-то. Твой-то? На мою удочку. Чего бы здесь ей не стоять? Ни хариузу, ничего.
Не знаю, почему так. Может, потому что место открытое? Видишь, никакого леса над ним нету. Негде скрыться. И здесь это самое, летает это все время с копа. Рыба же тоже не глупая. Вот здесь всегда ловилось. Ты знаешь, это что за место? Я тебе все рассказываю, думаю. Синякова? Нет. Не помню, как ты говорил. Здесь вытекает ручей из озера Захарова. Вот Митино заканчивается. Деревня Митино заканчивается. Не ловили сюда. Всегда, не всегда, но иногда. Я помню это место хорошо. Красиво, смотри, вообще. Класс. Швейцария. Отдыхай. Это вам не Германия, Миша. Мишаня, привет. Спасибо за подарки. Огромные, очень. С тобой в следующий раз поедем. На такую щуку тебя выведу. Еще вчера у нас день не совсем задался. Сначала у меня кончилась память в камере. Потом Вовка сломал спиннинг. Потом Вовка, да, вылезая на берег, уже сломал кончик спиннинга. Сейчас он ловит наподобие спиннинга. Какой-то дубиной. Да. Ну ничего. Очень долго не привыкал. Сначала он поразил. У него щука оторвала воблера, его самого ловкого, блин. Это щука хорошая была. Конечно. Глушка не меньше. Прямо в начале у баньки Андрюхиной. Да. Мишка, приезжай, вылавливай. Мишка, мы тебя ждем, давай, чтобы это... Хочу вместе съездить. Ай. Андрюха, мы тебя тоже не забываем. Постоянно поминаем по-разному. Андрюха, запомни, меня Зурика Серебристого. Он зверь был. Ну, конечно, не как Гриша, но... Погода меняется. Ветерок что-нибудь да надует. Оп, есть. Достань. Рыба. Рыба рыбная. Маленькая. Ну, рыба. Рыба, Саня. Жалуешься, что давно не было. Вот, надо волосы, надо плакать. Помнишь, он говорит, дядя, привет, дядя, привет. Попробуй. Ясное дело. Мучаются люди, едут за деньги такие и мучаются. Вот загар хороший. Вредный. Что ты вредный? Загар хороший. Вредный загар. Там ты вредный, загар хороший. Нет. У нас самый северный лучший загар. Это самый, да, я знаю. Я сгораю, мне он нафиг не нужен. Я могу и здесь сгонять. Начинает болеть. Это зимой.
Но это не из-за солнца, а из-за моря. Я тебе серьезно говорю, из-за того, что купалась. Ты че будешь ты? Смотри, прям. Ты опять его, блин, обманул, блин. Какой хороший воблер, да? Такой хороший кусок. Я думаю, что он так кидает. Один крючок в ракету. Слышишь, короче, тебе надо самыми плохими снастями ловить. Ты дорогие покупаешь, так не получается. А смысла нету, да? Один вратяк уже, С шумовыми эффектами. Нет, надо встать немножко. Да вниз просить. Но сильно наезжать уже нельзя. Ну вот что, нет. Занесло сюда, да? Ну, правильно, кто-то макарон тут помогал. Кто-то мне пожалел вчера макарон. Какой перепад. А. Офигенный перепад. Левгос. Летела. Ворона. Из-за переката. Да, после обеда. Я перерыв. Ты, блин, меня тут дергаешь по пустякам.
Никто секретов блатные привозил где-нибудь? Не знаю, я ж не курю. Меня это как-то не обращаю на это внимание там уже. Ну да, это помнишь, эти железные пачки как-то. А. Не знаю, не обращал внимания. По-моему, он сказал, что все это фигня. Баловство. Баловство-то у нас всегда баловство, но... Ну, как бы, типа, шикандес, шикандес. Он же любит побаловаться. Хулиганы. Какую-нибудь сигару там закурить. Не, в этот раз не понимаю. Я тогда отсюда поймал несколько штук. Вот мы вот здесь стояли с Виталиком. Помнишь? Да. Вы там кушать готовили? Да. Я на этого Гришу, блядь, нахерачил. 4 штуки вот здесь поймал. А я 4 штуки здесь поймал. Ты же лучше, я знаю, я не сомневался. Ну видишь, в этот раз. Ты лучше после Андрюхи. Андрюха-то дурень. Как так можно заловить столько рыбу? Да блин, зацепилось. Ай! Нет, зачем обрызги? Ой, бедненький, бедненький. Извращенец. Вода. Я-то что извращенец-то? Смеешься, блин. Нормально, нет. Взял меня, обрызгал. И кто ты после этого? Я обрызгал, он еще охладил его, он еще извращенцем называет. Вон они летают. Скопы парой пролетели. Значит, рыба выходит. Они полетели на белое, на долгое. Долго-белое. Долгое, белое, черное. Черно-белое. Смотри, какая. Опять начали лезть в морду. Закончилось действие этого серии. Блин, да в уши, куда вы только? Откуда они тут взялись-то? Среди реки. Самое вверху, снизу тут все съедено. Вот, снизу тут все съели. А? Горлышко свяжет. Еще и будет поворот. Сегодня хоть облака появились, иногда прячет солнце. Да. Гоняюсь. Ты же видел.
мультик, где щука с бобрами не дружит. Мультик классный. Щука сидит такая там у себя в доме, курит, биомор. Бобры с ней воюют. Видишь, палки свежие, обглоданные. Они вон туда в нору идут, а оттуда потом скатываются. По очереди. Билет купил, давай. Небольшие. Тихо, не рви, не рви, не рви, не торопи. Блин. А мы на бревне сидим. Да, под бревном. Да я не могу, сели мы на бревно. Она хорошо. Она-то хорошо. Я тебе говорю, давай чайку попьем. Ты картошку отпустил, она вся в крови у тебя уже, вот пачка. Ну-ка, покажи ее. Блин, я почему-то себя снимаю. Так. Сигарету в сторону туда. Во. Кто угодно может сказать, что это у меня. Чай, кофе, потанцуем. Опять такой закинул. Две. 2 часа. Не. Вариантов нет у меня. Ты ловишь? Ты все потащишь. Не будем подкачиваться, но хватит доехать, да? Верхов как еще где-то перепирик, когда ты не ловил. Ну, вообще, он не так. Берега и стоптана, видишь. Что все уже пространился. Что было? Да. Ты же видишь, не успел вообще оприходовать это. Либо было, либо не было. Одно из двух, да? Где там трава?
ходишь. Давай, делай. Вопрос топ идет. По нему плохо. Не захотел работать. Давай, не халяк тут. Это работаю, работаю, стараюсь, стараюсь. Впечатление, что где-то какая-то дальше еще запруда, да, вода стоит, не идет. Перекат не может? Нет, никого там больше перекат. Только это, уже у моста там. Если нет безмена, говори сколько хочешь. Не, большие были. Тем более ножичка. Не, на конечно можно. На малом, конечно. Да. Последний волк не поймали. Духота. Так я просто уравняюсь, чтобы в него разобраться. Я же знаю, где окна стоит. Вот там. А, я зарик не пойму. Она бы была бы поймана, если бы не поводок. Не ну да, что-то мне как-то удивило. Бывает. Чем херак и все. А, вон у него это все пошло. На зиму его отключаю. Все заканчивается. Батарейка даже заканчивается. Все. Сейчас поднимемся. Мы сказали. Приготовимся. Вот, погода нас не радует. Ночью была гроза, гром, маленький дождик прошел, нас обошел. Поэтому мы решили сегодня не идти на озеро, такой ветрюган. И смену решили закрыть в пятницу. Пу-пу-пу-пу-рум-пум-пу-рум-пум-пу-рум-пум. Володя, конечно же, грустит, когда он еще сюда попадет. Че, нормально отдохнули? Отлично.
Три дня жарких по реке. Вот так. Все вроде бы тут более или менее обкошено. Сока смогли. Если кто приедет, тот докосит. Да.